И сегодня же руководители профильных департаментов «Газпрома» приехали с рабочим визитом в Томск. На закрытом совещании представители компании познакомились с разработками томских предприятий, которые в список партнеров госкорпорации пока не входят. Сейчас «Газпром» сотрудничает с 30 местными заводами и фирмами и заказывает у них продукции на 6 миллиардов рублей. Будет ли увеличен объем инвестиций и есть ли у новичков что предложить столичным гостям, выяснял Тимофей Щитов. Все подвергается, понятно, контролю, требованиям. У нас, как у поставщиков, у потребителей, там огромный объем документов, которые мы заполняем, формуляры. Все, естественно, подкрепляем всеми данными лабораторных наших компаний. Директор Томского электромеханического завода Иван Пушкарев для делегации «Газпрома» проводит экскурсию по производственным цехам лично. С 2013 года предприятие – стратегически важный партнер госкорпорации. Шаровые краны, трубопроводные арматуры, антипомпажные клапана – это далеко не весь список оборудования, которым ТЭМС снабжает газовиков. Все замкнутого цикла. Все, что у нас лишнее, мы потом сюда привозим. Совместная работа строится по принципу от разработки до внедрения. Ежегодно список заказов от газовиков, как и требования к качеству продукции, растут. Это еще один стимул ТЭМЗа к пошаговой модернизации производства. Сегодня ручной труд и старые станки по большей части заменила аппаратура, оснащенная техническим интеллектом. Дружба, она заключается не просто «мы сделали и продали». Речь идет о огромном объеме обмена технической информации, о выезде наших специалистов непосредственно в зоны действия, на объекты. То есть, что было до этого, просто нереально бы и невозможно. Это заготовка, прошедшую одну из ступеней термической обработки, переходной фланец, с помощью которого газовики соединяют трубы разного диаметра. Конкретно эта деталь, сделанная на ТЭМЗе, будет использована в дальнейшем при строительстве магистрали «Сила Сибири». На обработку такой детали уходит по времени одни сутки. И это еще не предел. Еще будет следующая операция, тоже займет одни сутки. Только в прошлом году Томский электромеханический завод поставил газовикам продукции на 2 миллиарда рублей. Это третья часть от общей суммы, которую заработали томские предприятия, являющиеся партнерами «Газпрома». Наши предприятия, они одни из лучших и могут выпускать ту продукцию в рамках импортозамещения, и она будет конкурентоспособная не только по качеству, но и по цене. Мы видим реальный результат. В ближайший год-два региональная власть планирует, что инвестиции в томские заводы и компании в виде газового рубля составят до 10 миллиардов. Сегодня еще 7 томских предприятий, не входящие в список партнеров «Газпрома», презентовали приезжей делегации свои разработки. А будут ли они востребованы компанией, покажет время.